Citoyens et citoyennes du Kyrgyzstan, chers amis kyrgyzes, permettez-moi de vous adresser les félicitations de la Граждане Кыргызстана, дорогие друзья, разрешите поздравить вас от имени французского народа с 30-летием независимости Кыргызской республики, которая отмечается 31 августа. Знайте, что Франция уважает и поддерживает вашу независимость и национальный суверенитет. За 30 лет или всего за одно поколение вы одновременно построили государство, демократию и многоэтническое общество, ныне пустившие глубокие корни. Это огромный успех. Ваша приверженность к свободе делает вас братьями и сестрами французского народа в Средней Азии. Вы, так же как и мы, привержены равенству, которое заставляет вас ненавидеть несправедливость и братству, которое объединяет вас вокруг вашего флага и национального гимна. Гордитесь своей культурой и своими ценностями. Гордитесь своей страной. Знайте, что Франция думает о вас в день вашей независимости 31 августа. Да здравствует Кыргызстан, да здравствует Франция и да здравствует франко-кыргызская дружба. Sachez que la France pense à vous en ce 31 août, fête de votre indépendance. Vive le Kyrgyzstan, vive la France et vive l'amitié franco-kyrgyze.